Самый сильный, обаятельный, настоящий русский богатырь. Мужчина с большой буквы. Так о нем говорят все те, кто знал и любил Владимира Турчинского. Весь мир знает его как динамита. Это прозвище ему дали американцы за особое свойство характера. Лучше прожить один день как тигр, чем всю жизнь как осел. Запомни, сынок. Но по-настоящему Турчинский нашел себя на телевидении. В голове мышцы не накачаешь, больше читай. Одной из самых заметных работ на телевидении стало участие Турчинского в качестве соведущего Павла Воли в проектах «Смех без правил» и «Убойная лига». Многие зрители с удивлением признали, что помимо силы и мужественности, у Владимира присутствует еще и комедийный талант. Его остроумные, сказанные к месту ремарки вызывали не меньше смеха, чем заранее подготовленные тексты участников шоу. Турчинский никогда не боялся экспериментов, выступая подчас в необычной роли. Завари ее и выпей. Владимир Турчинский много снимался в кино, в сериалах. Сначала его роли в кино не отличались особым разнообразием. Режиссеры видели в нем только атлета с горой мышц. Но постепенно его артистическое амплуа стало меняться. В кино ему удавались не только образы волевых и суровых мужчин, но и комедийные роли, которые он играл, пожалуй, даже лучше. Вот так, наверное. Личная жизнь Владимира Турчинского складывалась по-разному. Какая по счету эта жена? Что значит какая? Ну, вдруг после этого развод и новая. Никаких разводов, это последний раз. А как зовут супругу? Ирина. Со своей третьей женой Владимир познакомился в фитнес-клубе, и спустя 2 месяца они стали жить вместе. А через 2 года у них родилась дочь Ксения. Владимир Турчинский прожил интересную, полную событий жизнь, о которой он говорил. «Мою жизнь можно сравнить со штангой. Только умные люди меняют блины, легкие снимают, тяжелые надевают или наоборот, а я ничего не снимаю. Только все навешиваю новые грузы. И моя штанга становится все тяжелее. Да я ведь спортсмен до мозга костей, поэтому держу ее из последних сил». А главный приятель в этом бою – кастрюлька. Надел ее, и тебе хоккей. Он ушел от нас в самом расцвете творческих и физических сил, не успев многое из того, что нам даже не под силу понять. Ему было всего 46 лет. Владимир никогда не был культуристом или бодибилдером. Он был атлетом, силачом, богатырем. Вид спорта, в котором он достиг чемпионских высот, был исключительно индивидуален и назывался Владимир Турчинский.